А биосимиляр – это просто воспроизведенный биотехнологический препарат. Особенностью биотехнологических препаратов является то, что они достаточно большие, и молекулы достаточно сложно характеризовать ограниченным списком методов, например, что применимо для малых молекул. Поэтому для разработки таких препаратов требуются дополнительные методы. Как правило, в исследованиях ранее использовалась достаточно большая доклиническая программа, то есть использовалось большое количество исследований на животных. Наш подход и подход, который в принципе одобрен 89-м решением и считается общепризнанным в мировом масштабе, это подход аналитической сопоставимости, когда в первую очередь мы обращаем внимание на структуру молекулы и мы описываем ее максимально возможным количеством ортогональных методов, то есть взаимодополняющих, и инвитроактивность молекулы. После того, как мы провели эти исследования, после того, как мы молекулу охарактеризовали, зачастую дополнительные исследования на животных не требуются. Это позволяет нам, во-первых, сократить продолжительность разработки, и, во-вторых, выпускать препарат и, исходя из этого, выпускать препарат раньше для пациентов, пациентам он просто становится более доступным, и, во-вторых, сократить затраты на подобные исследования, что еще больше повышает доступность потенциальную этих препаратов для пациентов без снижения качества таких препаратов. Ну, основные выводы в том, что зачастую, да, используя примеры из нашего опыта, мы можем обойтись без доклинических исследований, не вовлекать животных в такие исследования. И когда нам есть необходимость в той или иной степени животных использовать, мы можем значительно сократить программу таких исследований и сделать ее более гуманной посредством того, что животных не требуется эвтаназировать. Во-первых, хотелось бы выразить благодарность за то, что пригласили на форум. Очень понравился уровень организации, очень четкое в целом соблюдение таймингов и довольно интересные доклады, было приятно увидеть коллег,